пример и ориентир во всем. В Чувашии выбрали семью года 2023. В конкурсе участвовали семьи со всех муниципалитетов республики. Кто одержал победу, узнала наша съемочная группа. Для меня семья в преддверии, наверное, новогоднего праздника больше осознание праздника, ощущение того, что мы вместе. А самое главное, дети зажигали в нас постоянно то желание, жажды и ощущение праздника жизни. Это сходить в кино, вместе позавтракать, вместе лепить пельмени и так далее, и так далее. Все, что мы делаем каждый день, в каждую минуту вместе, вот это и есть семейные ценности. Сохранение семейных ценностей и традиций, истории рода, активный образ жизни, теплые взаимоотношения на протяжении нескольких десятков лет. Все это объединяет многие семьи. Многодетная семья Зайцевых из Шумерли. Победитель республиканского конкурса «Семья года 2023» – пример добра, ответственности, сплоченности и справедливости. Вот уже 20 лет. В 2015 году мы стали победителями в номинации «Социально ответственная семья». Не остановились на достигнутом. Мы, так скажем, ставим перед собой грандиозные цели и стараемся их достигать. Отметили семьи в различных номинациях. Социально ответственной семьей стала семья Борзовых из Маргаушского округа. Спортивная семья – Сормова из Янтиковского округа. В номинации «Творческая семья» одержали победу Степановы из Ибресинского округа. Самая трудолюбивая семья – Филипповы из Комсомольского округа. Самая дружная – Макаровы из Новочебоксарска. Дружная семья для нас – это прежде всего у нас общие интересы. Например, у меня муж увлекается рыбалкой, я стараюсь его в этом поддерживать. У нас всей семьей мы, например, можем на рыбалку поехать, всей семьей мы путешествуем. Самые крепкие семьи за большие заслуги в укреплении института семьи наградили орденом за любовь и верность. Чета Романовых неразлучно более 50 лет, но до сих пор восхищается друг другом. Таких женщин мало. Я всегда говорю, кланяюсь я перед Богом, что мне попалась такая женщина. Хороший семьянин. Горжусь очень. Статный, симпатичный, красивый. Среди удостоенных ордена «Родительская слава» семьи Кеметовых из Вурнарского округа, Кирилловых из Канарского округа, Матросовых из Комсомольского округа, воспитавшие семерых и более детей в заботе и любви. Надежда Морозова, Татьяна Матросова, Сергей Емельянов. Национальное телевидение. Чувашия.